Здравствуйте, мои дорогие! Приветствую вас на своем канале «О том о сём с Ксюшей». Этот канал из Норвегии, о Норвегии, о жизни в Норвегии. Еще мы немножечко готовим, болтаем, собираем грибы, ягоды, путешествуем, а также собираем и выращиваем лечебные травы. Но в этом видео я хотела бы затронуть тему детских садиков. Есть такое выражение у норвежцев, как «натурбарнехаге» или «фрилюфтсбарнехаге». Давайте разбираться. Что же это за детские садики такие? Это природные детские садики под открытым небом. Знаете, мои дорогие, вот гуляли, мы гуляли. Мы сейчас находимся в гостях в Кармее. Смотрим, бомжатник какой-то. Вот просто реально. А оказалось, нет, это детский садик. И в этом детском садике дети целый день находятся. Ну, есть, конечно, детский садик, куда их приводят. А это у них вроде как, знаете, свободное такое место, где они находятся целый день. И вот все тут бегают. Честно сказать, вот так бы глянула, если бы я не знала, подумала бомжатник. Не знаю я. И вот тут вот они вот целый день гуляют, бегают. Вроде как на свежем воздухе. Но у них же сейчас это очень модно, что детки на свежем воздухе гуляют, бегают. Вот у них тут вроде как даже туалет есть. Хотите, покажу? Это вообще полный атас. Сейчас покажу туалет. Дерево красивое такое, интересное. Вот у них вот тут вот такая вот халабуда. Конечно, все закрыто. Здесь у них вон там печка стоит. Греются, наверное, когда холодно. Ну, неудивительно. Смотрите, там вон гамак какой-то. А вот это туалет. Ну, не знаю, у меня большого желания, конечно, нет открыть, посмотреть. Но я все равно открою. А знаете, как они ходят в туалет? А я вам сейчас расскажу. Вон, видите, вот такие вот мешки висят. И вот ребенок сходил, покакал, мешочек собрал. И принес назад в детский садик мусорку. Вот как-то так. В общем-то. Ну, так-то, в принципе, оно свеженько, хорошо. Но погода ж тут тоже, в общем, в Норвегии не всегда хорошая. Поэтому, ну, в Норвегии это очень популярно. Детский садик на свежем воздухе. Но все так заброшено как-то. Я не знаю. Смотрите, вот птички тут их учат. Какие птички живут в лесу. Вот тут у них даже есть огород. Вот земля. Огород. Вот тут они посадили морковку, смотрите. Цветочки. Забудочки, красота. Вот смородина. Там картошечку посадили. Ну, в принципе, включают деток так, чтобы любили они природу. Вот ревень, лук. Ну, всякие там такие стеллажи. Видите? Ну, как-то так, наверное. Чисто норвежский вариант. Я думаю, что таких вот огородиков или садиков, или как это можно назвать, детских садиков, в Норвегии много. То есть это вроде как садик на улице. Ну, конечно, есть и обычный детский садик, где детей приводят, кормят, но тут они находятся большую часть своего времени. Особенно, наверное, когда погода хорошая. Ну и вот так вот лес, там лес, смотрите, лес. Так детки могут тут гулять, бегать. Ну вот как-то так. Так вот, детки гуляют, бегают. Thank you.
конечно, много вариантов различных детских садиков. Есть комбинированные, где дети проводят, конечно, большую часть времени на улице, а есть вот такие вот совсем и не комбинированные, самые настоящие детские садики на свежем воздухе, природные детские садики под открытым небом. Такие садики имеют юрту или фургон, трейлер, в котором есть стулья, столы, здесь дети обедают, есть камин, электричество от солнечной батареи, есть матрасы и подушки, где дети могут отдохнуть. Философия таких детских садиков заключается в том, что все мероприятия проводятся на открытом воздухе круглый год. Это детские сады, которые основаны на том, что они проводят в лесу, на свежем воздухе весь день или большую часть дня. Эти детские сады работают совместно с обычными детскими садиками полностью или частично. Это зависит от того, сколько дети проводят времени на улице. В таких садиках готовят еду на улице, рассказывают, что и как можно приготовить из природных богатств. Идея заключается в том, что дети наблюдают за природой в любое время года посредством игры и обучения. В таких садиках они могут получать настоящий фермерский опыт, принимают участие в уходе за животными и выращивании овощей. Это выбор природы как площадка для обучения. Детские сады на открытом воздухе – это типично норвежское понятие. Норвегия – уникальная страна во многих отношениях. Норвежцы счастливы в дикой природе. Это то, с чем они родились. Им нравится проводить время на свежем воздухе, гулять на природе, ходить в турпоходы. Вот почему у них и популярны такие детские садики, чтобы приучать детей к природе с малочку. Таким образом, дети развивают искренние, любящие отношения к окружающей среде, природе, животным, которые живут вокруг нас. Если вам понравилось видео, ставьте лайк под видео и подписывайтесь на мой канал «О том, о сём с Ксюшей». Может быть, он вам будет чем-то полезен, а может, просто интересен.